Пойдем на тот мост. А, вот, сними, сними. А ты что не снимаешь? Я сейчас тоже хочу их еще снять. Посмотрим, как запускается этот вагончик. Я не знаю, мне кажется, это так стрёмно. Вон он, поехал, поехал. А ты, когда его покажешь, потом вниз покажи, что там вообще происходит. Там река. Да, я показывала, что там. Я видео для Ютуба сниму. А навстречу идет с той стороны ущелья. Это мужик шляет, это мой муж. Дядя с Бупро, тебе привет. Привет, привет. Вертолет, смотри, летит. Маш, видишь вверху вертолет? Пошли. Может, так лучше будет или нет? Стой. Ага, я думал, что будет холодно. Вообще он как бы сын Карлсона, поэтому они должны его за своего принять. Только он выглядит как фрекенбок. Где? А? За все время? Значит, не было оповещения. А что тогда транслируем? Они, короче, ходят здесь, где хотят. Я русских встретил. Я языками перехлестнулся. Маш.
шатается. Осторожно едет? Да, опять машина. Сейчас мы подойдем к вам. Можно, можно. Это хорошие машины, не бойся. И хороший мотор. А, тут речка. I like Russian. Поздравляю, ты, наверное, единственный, ну да, и неповторимый. Привет, русские! Пошли дальше, я туда хочу. Пойдем, пойдем. Мистер Бонд, привет! Поздравляю вас со свадьбой! Мы едем вот на таких, видите, вагончиках.
Привет, привет. А вот наши проезжают мимо. Наши проезжают? Наши мимо. Офигетительно. Я думала, на хороший летите. Вот оттуда мы летим. Река внизу, а там еще на этих, на спускаются, слушайте, на каяках. Спускаются. Видела на надувных там этих? Это не же знаю, видно, видите, с порогами. Синие такие лодочки. Ну, слушай, у меня на видео будет, я на ютубе выложу, там будет видно. Видно у меня, видно. Кстати, сердечки в цвет ваших этих лодочек. Да, я вижу, что...